привет, с вами канал AlexDenPro, и сейчас я расскажу вам о том, как настроить свой ноутбук для раздачи Wi-Fi без роутера. Как вы, наверное, уже могли догадаться, нам понадобится специальная программа. Из всех программ, которые я пробовал, наиболее удачная – это OS TOTO Hotspot. Скачиваем программу и устанавливаем ее. После ее установки программа переходит в автозагрузку, и с последующим включением ноутбука она автоматически загружается, и ваш ноутбук начинает раздавать Wi-Fi. Собственно, что такого удивительного в этой программе? Во-первых, она показывает у вас состояние Wi-Fi. Как вы видите, можно этот кружочек поставить в любой момент, в любое положение экрана, чтобы она вам не мешала, когда открываются какие-либо окна, как вы видите. Поверх окон этот кружок не ложится. Ну, что же такого интересного? Во-первых, можно перезагружать. Бывают, да, моменты такие, когда все нормально-нормально, но потом Wi-Fi нужно перезагрузить, собственно, как и на роутере. А также здесь есть вот такая вот штука. Во-первых, вы сразу же смотрите свой пароль. Можете его менять. Название сети, пароль сразу же меняете. То есть, если вы даже его и забыли, ничего страшного. Далее, белый список. Что же это такое? Здесь показаны устройства, которые подключены у вас в данный момент. Давайте попробуем подключить наш смартфон. Так, устанавливается соединение. Все. Как вы видите, партнер. IP-адрес вот, присвоен. Можно изменять название нашего устройства, чтобы уже не партнер называлось, а допустим, ну пусть будет так, мой смарт. Окей. Но это еще не все. Помимо того, что вы видите, какие устройства к вам подключены, вы также можете сразу же все закрывать тут. Включение Wi-Fi вместе с ПК. Можно убрать функцию автозагрузки. Открывать иконки в трее и автоматическое. Вот, как видите, подключились еще к нам, да? Какие-то нежелательные, к примеру, товарищи. Смотрим, да, подключились нежелательные к нам партнеры. Меняем пароль. И меняем название сети, если вам это будет необходимо. Я думаю, вы разберетесь. Интуитивно понятно здесь настройки управления. И с установкой проблем у вас не будет. Так что на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.